Дорогие диоцезяне нашей Пинской диоцезы, верники, христиане и все люди доброй воли, сердечно вас веншую со святом Божьего Народжения и 2024 годом. Жадаю, каб эти святы умацевали у вас Божью любовь, бо так полюбил Бог этот свет, что своего Сына Одинородного дал, каб человек не помер, але мел житё вечное. Мы святкуем период Божьего Народжения и углядаемся у Дитятка Иисуса Христа. Хотя короткое Божье Народжение, але вельми звястовное для вас, для ваших семьев, жадаю перш за все мощного здоровья, потому что Божья ласка, вера, она мае фундамент на человечей натуры. Дорогие диоцезяне нашей Пинской диоцезии, дорогие христиане и все люди доброй воли, сердечно вас веншую со святом Божьего Народжения, а так само с новым 2024 годом. Жадаю, каб вы, члены вашей семьи, ваши родные и близкие были здоровы, бо ведомо, что ласка Божия завсёды мае базу на натуры. Коли человек здоровый, тады и Бог, Божия ласка у им дзейнічае. Я жадаю, каб святкаванне Божьего Народжения еще наблизило вас до Бога, потому что Бог всех нас любит. Божие дитя пришло на этот свет для того, как откупить всех людей. Нехай вас благословит Бог Всемогутный, Отец и Сын, и Дух Святый на эти святы и на весь период Божьего Народжения.